Так, ну что, в прошлом выпуске я навалял девочке с косой, а это еще не все. Во-первых, прежде чем уйти из этого DLC, я на него немножко почитал, и оказалось, тут есть еще второй босс. И пройти к нему надо так же, как к огненному королю демонов. То есть там надо обрушить мост. И тогда оно будет. Вот. Но я же еще нашел вот это место. Так что я решил поиграть в паркур. Я не уверен, здесь можно прыгнуть или нет. У меня сильное ощущение, что нельзя. Короче, с пятого раза. Это больше, чем мне потребовалось на большинство боссов. Я спустился. Я получил какое-то говно пироманское. Реально, я... Ну... Интересно, с обоих сторон можно спуститься или только с одной? Нет. Нет, 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 я не хочу такой не снова заниматься, блядь. Вот реально, блядь. Кто, какой... Кто это придумал и зачем? Вот мне просто интересно мыслительный процесс был узнать того, кто об этом, кто это все придумывал. Кто? Игрокам будет весело играть в паркур. Самой непредназначенной для этого игре из всех, блин, возможных. Природе, блин. Ящерка. Ой. Да. Охеренно, мы еще тут ко всему. Добавим мне еще этих уебанов, блин. Кто в меня сейчас стрельнул? Господи, там этот ублюдок. Это что такое еще, блядь? Блять!
Что я должен был тут делать? Какой, сука, блядь? Получается, единственный вариант. Просто на удачу хуярить, да? Так ведь? Мне похуй, куда бежать? Че еще? Краб, ой, костер. Я реально, блядь, думаю, что это дел конченый уебень был. Так, еще и не один, ну и все, идите нахуй. Я не буду ни время тратить, ничего на это свое. Мне надоело. Реально надоело. Это уже это не та игра, в которую я сел играть. Это говно. Это просто говно, блядь, медицинское. В собственном смысле, как говорится. Тратить все время, это и все, я больше не буду. Че орешь, ебанутая, блядь? Им атаки на ходу, да, придумываете новые? Почему только здесь, почему не в других играх? И в других локациях, то же самое моб, но совершенно другими атаками. То он руку, блядь, начнет тянуть. То еще, еще. Ладно, это я убью, он стреляет. Чего? У меня столько урона. Еще интересного есть. Ну как бы, блять. Блять, еще один волк, сука, огромный. Заебали мне эти волки уже. Это не просто говно. Как и все, ты, сука, локации, блядь. Босс-то говно, блядь, нахуй сюда вообще шел, я не знаю. Формально могу его убить. Нахуй мне срался, блядь. Так, ну что. Последний DLC, поэтому
Закуплю. Да, у меня и так было. Снег или? Какая же офигенная локация все-таки. После той сраней омерзительности, которая была в прошлой DLC-шке. Это вообще одна из худших вообще игровых. Все кроме босса. Босс охеренный, но все прочее это просто, блядь. Дрянь. Просто дрянь, блядь. Это настолько ваш пир для глаз, так сказать. Жопу все тварят меня. Попадок, нет. Так, давай я читаю. Это прикол. Это что за приколы? Это уже не прикол. Останет меня сволочь. Не пойду туда. Ой-ё-ё-ё! Это, конечно, прикол, блядь. Просто сравните ту мерзкую дрянь и вот это охеренная DLC. Мне вот тут пока нравится все, начиная от этой вот типа груды отбросов до, ну, от визуального до а что за них нихуя не дают? А, не дают. Это, конечно, архив. Это же архив. Мрачный сер. Очень мрачный. Прикол. А, его типа на боку лежит. Блять, это охуенно сделано. Же может, почему не могут? Кто делал? Я же говорю, этот вот прошлую DLC делали не они. И вот 100% дают и делал кто-то другой, не кому-то отдали ее на откуп. Вот так вот. Это что за хуета там, блядь? Я знаю, что с такими как-то делать надо. Летел нахер. Из него почему-то вообще ничего не дали.
Вау. Локацию делал гений. Предыдущую делал умалишенный дегенерат. Это что такое, блядь? Я ж только что его ёбнул. О, водочка. Ну все, не будем. Ну да, получше даже чуточку. Знакомые статуи, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У меня сразу я не хочу драться. А с одним уже нормально. А шмоточка наверху есть. Вот тоже охеренная механика. Ну почему нельзя? Я даже не хочу вспоминать этот прошлый DLC, или я... мне прям настроение портится, блядь. Какая мерзость. Ой. Да вы чё, блин, тут лезть будете? Бесконечно, что ли? Я это уже проходил на кладбище. Блядь, да сколько вас тут? Идите в жопу от меня. Кстати, уже, по-моему, второй раз таким образом нахожу невидимую стену. Первая была, не помню где. Господи. Ну и чего, убьют меня сейчас? Слава богу. Что ж такое-то?
здесь там ничего нет. Так. А, вон и шмоточка. Все, жадно возьми, плюс 3. Может и имеет смысл. Я, честно говоря, опять же говорю, я не знаю, зачем здесь души нужны сейчас, потому что я уже все прокачал. Наверное, все-таки не очень-то оно имеет. Вот таких нельзя одеть. Мне кажется, реально это кольцо может оказаться самым лучшим из всех. Или это. Мирняк. Раз там урон прилетел в меня. Пигмеи? Как тебе пигмеи? Ну что? Что за мразь там ходит? Кстати, я ж там Да. Там был еще куда пойти. Да, вон там можно как-то еще обойти. А, все, уже нельзя. Пока я спрыгну, что ли, мне убьюсь. Все хп-то, блин, тварь. Рыцарь, что ли, или это меня глючит?
Ой, мои братаны тоже тут стоят. Эх, какое, конечно же, величественное зрелище. А, все, я уже без сливок, что ли, остался. Ну точно, это рыцарь стоит. Как туда попасть? Ладно, все равно будет возвращаться. Прикольно сделаны эти падения, прыжки, мне нравятся. О, костер. Так, я вернулся назад, потому что я помню, что я там не сходил в одну сторону, по-моему. В любом случае, мне нужно даже два раза не сходил. Какое-то. Ну и у меня уголь. Я не умирал. Мариновый кинжал. Как типа лазерный меч. Я взял еще косарь от той босихи, тоже прикольные, но я, может быть, с ними и поиграл, но у них там какие-то опять-таки требования и эскалирование хер пойми какое, в общем, для меня это все. Давайте-ка еще раз прыгну.
Так, да, и вот я сюда вниз не ходил. До того, как башня упала. Господи, я чё за срань такая? Опять него ничего не дали, что опять шлю воскреснет. Или может быть, если убить через эту тварь. Он не появится сейчас? Опять живу. Я что-то так и не понял, как попасть к рыцарю. Что-то я подустал, конечно, малость, но ладно. Надо продолжать. И что опять тут? Это то же самое, да? Почему у него на голове шлем жабья голова? Это шлем для турниров. На лошади ездить. Он болтами привинчивается это смеху, что точно тебе с тобой ничего не произошло ни в коем случае. Зачем он в нем ходит просто так? Там же нельзя вообще ничего увидеть и башку нельзя крутить. И то можно только вот так вот смотреть. И то. Mangled remnants. It actually sort of lends that the. I just wanted to tell someone. I'm. Wait. I'll make it up past here. You'll find the remain. Not a very nice place to visit. I didn't have it. If I get the chance, I could go fetch it for you. I know who you are. Well, gra. Not a very. If I get. Well, gra. Это, блин, тут везде сокровища того или иного сорта. Господи, еще один выбор такой. Ну, получается, из лука его убивать смысла нету, потому что это очень долго, муторно, и он тут же возрождается обратно. Значит, надо найти этого шныря. Не поймать тебе меня. Ай! Мы два гондона, да, здесь? Специально, чтобы поднасрать людям.
понимаю, эти штучки здесь сделаны, типа, как вот так надо бежать. Давай, из-за... Скрываясь за облаками. Щип-дверь. Прикол, блин. Лешки бежим. Лешки, а кто? О, прикольно, она их убивает сама. Спрыгнуть куда-то. Хочу там еще походить. Какой-то корень там был, я падал. Я забью все. Вот так, корень есть, вижу корень. Может, ну его нахер откорим. Ты же стоишь. Я проскипал. В общем, дал кусок титанита, такой хер мне нужен, я не знаю. Я даже у бабки не купил, который там был мне. По крайней мере, он не очень много урон наносит.
Блять, он теперь тут? Ох ты, ёб твою мать. Сука, блядь, куда идти-то? Чё это поебан тут? Ещё один, блядь. Чё за хуета? Там этот урод ходит, блядь. Давай там. Еще. Я думал, сдох, а он нифига не сдох. Это пиздец, блядь, ты заебал меня уже, сука. Ты успокоился. Что нам надо идти, это я понял.
Мало мне было ангела, теперь еще это срань там. Нет. Слушай, я 3 раза сдох, прежде чем пока сюда смог добраться снова. Я сюда побежал, меня здесь убили. Не добежал я вон до туда. Ну-ка, что получится? Окей. Наверное, могу шлем получше надеть, да? Там на доме еще что-то было, но я пока не понял, как можно найти. Честно говоря, уже и в общем, равно, потому что, ну, один хер. Я знаю, что там ничего хорошего не будет. Очередной обломок, там, обмоток. Оружие какое-нибудь, которое мне не надо.
от той твари, которая... Мне нравится ее костюм. Вот все остальное что-то совсем не алё. Вон та шмоточка. Блять! Урод еще живой, блин. Обратно. Тоже обрушится. Базаришь? Я не погибну. Не тот ли корень, который я все пытался упасть? Все. Давайте посмотрим, что там. И на этом пока что закончим. Так. Господи. Сразу так, да?
Сапо, значит, да? Такой хороший босс расслабиться после всего этого. Кайф. Похоже, я рано расслабился. Что за хуйня? А, это как того у демона там было, у второго. Зря я снял кольцо от огня. Мне было это нужно. Так, а чё, костра типа не полагается? Обычно костер всегда есть. А вон. Мием. Ладно, все. На сегодня все. Я устал. Я ухожу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарий.